больше я люблю наш прудик. Летом он выглядит замечательно. Ну, а ранней весной, конечно, неприглядно. Решила я ему, этому прудику, сделать два подарка. Вот эту жабку, видите? Какая она замечательная. Не могла я пройти мимо и не могла не сделать себе подарок и подарок моему прудику. Бывают у нас лягушки летом, но такой красавицы у нас никогда не было. Я в Германии в магазине видела очень красивую жабу, но показалась она дороговато, можете посмотреть. Есть у меня и уточки в этом прудике, но их я пущу в плавание, когда уже почищу прудик. Как я чищу пруд, у меня есть фильм, можете посмотреть, ссылочка вверху. А сейчас я просто показываю, как выглядит прудик в окружении хвойных, в окружении вот этой красивой пары аистов, которая ждет потомства. И еще я сделала подарок прудику. Смотрите, какой! А как выглядит летом это замечательное растение, которое я приобрела. Спасибо, Ирина Триколич, живет на севере Молдовы. Мы встретились, и наконец-то и в моем пруду будут вот такие шикарные лилии. Прудик пока смотрится не очень приглядно. Листва налетела, еще не пошла поросль растений, которые там растут. А растений много и красивые. И хочу я вам показать лилию. Вот так вот она выглядит. И очень надеюсь, что в этом году у меня уже будет цветение. Единственное, что мне надо сделать, опустить этот горшок в воду. Осталось только ждать хороших результатов. Ну, а я заканчиваю свой рассказ. Любите ваш сад, ваш цветник, украшайте его. Даже если эти игрушки и не самодельные. Что-то я могу сделать. Видите, какая семейка? С детками сделать очень легко таких боровичков. Видеоблогер Екатерина Снытко. И вот такой маленький репортажик из весеннего сада о любимом прудике.